Мешок, второй, третий. И так за день набирается порядка 50 кубометров мусора. С правого берега Волги его вывозят 2-3 раза в неделю. Мусор собирается непосредственно вокруг, ведется подбор вокруг площадки. И, естественно, из самих бачков. Вывозят это все в две точки у нас. Это в районе Ладьи подходит машина, и в районе Коптева оврага. Выгрузка непосредственно там. И затем машина вывозит это на полигон, либо полигон Преображенка, либо Водина. И все же за последние годы мусор кидать стали реже. Отдыхающие его выбрасывают в контейнеры, которые в рамках городской программы установлены на специально организованных площадках. На правом берегу их 24. Были определены места, согласованы, соответственно. Расстояния здесь различные. И 500 метров есть, есть и больше километра. То есть в зависимости от того, где наибольшее посещение населения. В чистоте стараются содержать и левый берег Волги, а также берега рек Самара и Татьянка. Здесь установлено 18 бункеров-накопителей. Собранный мусор отсюда также вывозится регулярно. Эту работу контролируют районные администрации, ГАТИ и инспекторы Управления охраны окружающей среды Департамента городского хозяйства и экологии. За чистотой следит и большинство отдыхающих. До мусорного бака не лень пройтись даже ради того, чтобы выбросить пластиковый стаканчик. Мы сами же, как говорится, приезжаем на это же место. Почему должны приезжать на грязное место? Нет, должны на чистое место приезжать. Поэтому с собой надо выбирать всегда. Контейнерные площадки и бункеры-накопители на берегах Волги, Самары и Татьянки простоят до конца октября, после чего отправятся на зимнее хранение до следующего сезона. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.